Спецпосланник ООН и Лиги арабских государств Кофи Аннан не прекращают своих попыток урегулировать сирийский конфликт. Сегодня он отчитался в Совете Безопасности о проделанной работе, в частности о переговорах, проведенных им в последние дни в Дамаске, Тегеране и Багдаде. Аннан считает, что соседние страны, и в первую очередь Иран, могут сыграть позитивную роль в разрешении сирийского кризиса мирным путем. При этом против участия Тегерана в урегулировании сирийского конфликта выступает Вашингтон, так как Иран – один из главных союзников президента Башара Асада, которого Запад призывает уйти в отставку. Россия же предлагает провести в Москве новую международную конференцию по Сирии. Напомним, что 30 июня министры иностранных дел 5 стран, постоянных членов Совета Безопасности и региональных государств договорились о принципах урегулирования ситуации в Сирии. Они включают в себя создание в этой стране переходного правительства с участием всех сторон конфликта.